12 июня страна отметит День России. Традиционно в этот день будут организованы различные мероприятия. В нашем городе центром праздника станет площадь возле Дома культуры «Олимп». С 12 часов начнут работу торговые ряды. Юных губкинцев будут ждать аттракционы и батуты, а для взрослых байкерский клуб организует выставку мототехники для фотографирования. С 14 часов начнется концертная программа с участием губкинских творческих коллективов и солистов. Также в этот день пройдут акции и флешмобы. Один из них «Я знаю гимн России». Приходим на площадь городского дома культуры «Олимп», участвуем. Перед этим, конечно же, вы должны выучить слова гимна Российской Федерации, кто не знает. Но я думаю, таких не найдется людей. Ну а если даже не знает кто-то слов, то там волонтеры Центра досуга детей и молодежи «Современник» будут раздавать слова гимна, также будут раздавать патриотические ленточки. В этот же день городская больница проведет акцию «Здоровое сердце». Медики предложат губкинцам измерить давление и расскажут о профилактике гипертонии.